Здравствуйте, это телеканал Next TV, вокальный реалити-проект «Я звезда», четвертый сезон. Меня зовут Мария Грати, и прямо сейчас я расскажу вам о том, что же происходит на нашем проекте. 26 января во Дворце молодежи состоялся первый конкурсный день, который идет в зачет, и участники зарабатывали себе первые баллы. Они исполняли хиты 90-х и песни артистов, которые были популярны в те года. Открыл программу Денис Мазитов песней группы «Руки вверх». Первым быть всегда сложно, но, как показывает практика, можно. Главное – настроиться и получать удовольствие. «Солнышко в руках» в исполнении Анастасии Александровой получилось очень живой и энергичной. Ведь довольно непросто и петь, и отдавать залу всю свою энергию. Но Настенька справилась. Поразила и порадовала своим выступлением. Чистенькое произношение, красивые верха и достойная подача. Ну что же, Эльмира, ловите браво от меня лично. Твой любимый герой, он самый лучший парень на свете, пела Ирина Килина и настолько органично влилась в образ, что сомнений не оставалось. Иришка молодец. Кошкина присоединилась к нашему проекту буквально за 3 дня до концерта. Но первый блин не был комом. Все было очень хорошо. Thank you.
Танцевать задача не из легких. Роман Карипов настолько кайфанул во время проигрыша на сцене, что все слова просто вылетели у него из головы. Но несмотря на это, выступление получилось очень достойным. Я забыл слова, потому что я разволновался, затанцевался. Просто когда отдаешься сцене, забываешь слова. Юлия Кощеева раскрывает все грани своего таланта на нашем проекте. Очень радует, что девушка прислушивается к советам и работает над номерами с полной отдачей. Последнего момента я боялась одевать, не одевать этот парик, все-таки синий, как у Мальвины. Но ладно, одела и очень рада, потому что и зрителям, и жюри всем очень понравилось. О любви пел Юрий Козулин. Хорошо пел, душевно, подпевал весь зал и все закулисье. В общем, что сказать, молодчина парень. Удачи! Получилось, что Элизе Базилевой досталась песня группы «Технология», и на нашем концерте «Странные танцы» впервые были перепеты девушкой. Это было так ново и интригующе. Давайте посмотрим. На жеребьевке отметил, что не знаком с творчеством группы Бонни М, но после этого концерта все изменилось. Жизнь Ринала никогда не будет прежней. Самое главное то, что я нашел песню, которая отражает, так скажем, и мой внутренний мир в том числе. Да? Выбрал вот эту хорошую эстрадную вещь, красивую, да, о любви. То есть она мне очень импонирует, и я постарался передать ее. Не забывайте голосовать за любимого участника. На короткий номер 5533 отправляйте кодовое слово «НЕФ» и через пробел номер участника, который вам наиболее симпатичен.
теперь уже по традиции после концерта состоялась жеребьевка, на которой определилась судьба следующего концерта. Итак, ждем вас 8 февраля во Дворце молодежи в 19 часов. Вас ждет прекрасное времяпрепровождение и только популярная музыка. На сегодня это все. Люблю, целую, ваша Маша. Пока-пока.